На весенней улице в следующем году откроют новый детский сад. К строительству дошкольного учреждения уже приступили. Глава округа побывал на объекте и пообщался с подрядчиками. Подготовительные работы на стройплощадке начались в марте. Экскаваторы свою работу выполнили, котлован под фундамент готов. Рабочие приступают к следующему этапу строительства. Пока происходит забивка свая, устройство свайного поля, и, соответственно, уже заходит бригада монолитчиков, которая будет производить бетонирование фундаментной плиты. Когда фундамент будет залит, начнут возводить стены и перекрытия. К концу июля планируют построить первый этаж будущего дошкольного учреждения. Он строится за счет бюджета Московской области. Цена где-то не менее 371 миллион. Хотя, я думаю, мы будем еще эту цифру пересматривать в силу того, что есть и инфляция, и удорожание строительных материалов. Все по плану. Мы, понятно, что будем постоянно контролировать и вести работу застройщиком. Но вот на сегодняшний день у меня опасений нет, что этот объект будет построен в срок. Детский сад на 350 мест, который построят рядом с лингвистической школой, распахнет свои двери для детворы в третьем квартале 2023 года. Богдан Колесников, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.